Hoya sizni olqishlar, muhtaraklar, qo'llarimiz, hoya olqishlar. Mana shulay. Ey malatsiz. Sizni boshlag'izda shunda Krasnaya Presnaya rayonida o'zashaq tatar xalqining milliy bayrami Sabantoy bayramida sirimlibiz ham Moskva shahri xalqaro tatar qizi konkursining final ulushin boshlab chiqaramiz. Мы рады приветствовать вас на Сабантуе на Красной Пресне и с удовольствием начинаем финал московского регионального тура международного конкурса «Татар-Кызы» 2018. И вести его будем мы. Журналист, блогер, ведущий мероприятий Ильяс Хусейнов. Алкышлар, дуслар! И радиоведущий Булгар-ФМ, композитор, певец Расим Фасихов. Аплодисменты! Рахмет, вот так потрах, чтобы сага забыла. А перед тем, как представить наших финалисток, мы хотим познакомить вас с членами жюри. Ахтареев Азат Чулпанович, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации. Гафуров Азат Маратович, начальник отдела по связям с общественностью полпредства Республики Башкортостана при президенте Российской Федерации. Фарисов Фарид Фарисович, председатель татарской национально-культурной автономии города Москвы. Ахмаева Нелли Рафаэлевна, заведующая сектором общественной связи полпредства Республики Татарстан в Российской Федерации. Фатехова Найля Асгатьевна, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан. Алкышлар жамагат. Радик Яруллин, продюсер, певец татарской эстрады, обладатель премии «Алтын Барс». Браво, Радик. Айрат Сафин, популярный певец, обладатель премии «Алтын Барс». Марат Яруллин, популярный певец татарской эстрады, актер театра и кино. Эльнара Мухамеджанова, победительница конкурса «Килинкай 2018». Гульнара Ярулина, активистка татарского молодежного движения города Москвы. Мы благодарим за подготовку наших участниц в части хореографии и сценической речи заслуженного работника культуры Республики Татарстан Радифа Яваева и руководителя проекта «Аста Татар» Милюшу Сибгатулину. Также благодарим за вклад в организацию и проведение данного конкурса сотрудников полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации и Татарского культурного центра города Москвы. И наши замечательные почетные гости. Халилюлин Ильдар Умерович, руководитель местной татарской общественной организации МОО ТНК Пресненского района Центрального административного округа. Алтышлар керек жамагат, бул жерде Халилюлина Динара Фаридовна, директор культурного центра «Дома на Патриарших». Аплодисменты! Кадрили дуслар, киган куралдар, эйне гэзэлли кышли олкышлар билен. Бүгінгі шарабызның мінашушы татар қызы 2018 Мәскәу конкурсы финалистларын қоршылай ғалы. Эйне гэзэлли біргэлэші. Встречаем наших красавиц, финалисток международного конкурса «Татар қызы 2018».